взять ее с собой на рыбалку. Здравствуйте, Алексей. Сезона 19-20. Можно сказать, блин, как страшно-то. Карасик у нас такой жирненький. Поклевочка была, значит, рыба есть. Тебе с собой на рыбалку взять, да? Взять тебя с собой на рыбалку. Ну, убежишь, потом тебя еб ловит. Здравствуйте, Алексей. Здорово. Что, поедем? Ну да. Да нормально. Хорошо, а большой багажник. Раз, саночки, все. Что, погнали? Народ, всех приветствую на нашем YouTube-канале. Сегодня мы с другом Алексеем решили открыть первый лед. Ребят нас уже все открывали, блин, ездили, вроде наловили. Мы тоже решили, блин, много нюансов было. Уже, конечно, свело. Ну и, в принципе, по первому льду, я думаю, наделась, еще и место такое не очень знакомое, пищни у нас нету, блин, поэтому лучше светло, уверенно, сейчас поставим жерлицы, ну и край берега попробуем там платочку продать, вот. Ну что будет, смотрите. Снега нет, санки тащим пока. По льду зато они сейчас пойдут хорошо. Выход на первый лед сезона 19-20. Можно сказать, блин, как страшно-то. Состоялся. Похлопали, написали комментарий. Поставили лайк. Ладно, шучу, ребят. Можете дизлайк поставить. Блин, как страшно. Лед прозрачный. Страшно, короче. Очень страшно. Когда по снегу идешь, вроде как по твердой почве. Когда вот по стеклу, блин, видите, трещины. Ну, лед уже сантиметров 5. Нормально. Ладно, приступаем к установке жерлиц. Лёд-то отлично, не то что в том году, когда буришь, когда что. Классно, вот это мне нравится. Так, давайте, живца чуть отсыплю. Всё, 20 штук купил?
Ну, вспомнить, откуда я бы начинал лучше. Так. Ну, я так делаю, да. Карасик у нас такой жирненький. Нашего карасика первого. Так, купил на Алишке вот такую мормышку, типа муравья. Сейчас попробую. Глубоко, конечно, глубоко, тут дно не видно ничего. Это дно не видно, значит, глубоко.
Да, стоит флажок. Да, снежок какой-то пошел, Димаш. Давай, наливай. Что за звук такой? Ну это не он долбит, блядь, видишь? А зачем? Рыбу распугивает нам. Что пришло? Они к флагу подошли еще? Да. У них там все обвёрзло. Так, перемещаемся по водоему, пытаемся живца все-таки поймать хотя бы. А то выпуск без рыбы, скучно. Погода поменялась, снежок хоть пошел, видите, на льду уже снег. Все, Диман, погода хорош, держайте. Ага. На самом деле едем, когда времени есть, блин. Конечно, можно было поехать за маленькими сомиками. Их мы сейчас, я думаю, наловили уже. Ну, захотелось щук. Так что как-то так. Продолжаем. Саш, хорошая. Да? Ну уже хорошо, смотри, что-то есть. Сейчас я тебя бурю, если поймаешь. Это она, короче, отсюда дернула туда и к тебе. Клевочку видели, уже хорошо. Дня три назад в этом месте был мой друг Дмитрий, который тут неплохо половили рыбу. Тоже открывали сезон, так что всех свое открытие. Ставил видео с его профиля Инстаграма, ссылку оставлю, переходите. В плане зимней рыбалки, конечно, ему равных нет, по крайней мере, из моих знакомых. Кто не знает, в Астрахани он утопил камеру, GoPro-шку, и поэтому видео пока снимать не на что. Но думаю, все это купится, и вы еще увидите много интересных видео. Решили попробовать переставить жерлице. Живой, короче, живучий. Ну, вот такое открытие сезона было еще одного моего друга Рома. Ром, тебе привет, если смотришь. Человечек не мерзнет. Не только закалка.
Смотри, там сзади дрожит. Еще. А вы контролировали хоть лед где кончается? Секать сразу, да. Что? Это тебе не поплывет, блин. Ну что тут посекать, два раза стюкнул. Ну. Давай на камеру сейчас. Хоть что-нибудь поймать, чтобы видео состоялось, открытие состоялось. И все, и потом поедем в тепло, пить винище, есть мясо, как мы любим. Даду без колонки нет у нас основного. Там сейчас вы еще слышали тут музон, блин, весь плыл. Сань, тебе привет, если ты смотришь видео. Тебя не хватает с шашлычками и с колонкой. Да. Так как не клюет, надо есть мясо и танцевать, чтобы не замерзнуть. Пойдемте попробуем. Я только что у Лехи была поклевочка. Там что-нибудь. Если поклевочка была, значит рыба есть. Вообще, конечно, сейчас много подводной камеры, смотрел и все. Хотел. Но с этой стройкой. Ни подводной камеры, ни квадроцикла, квадрокоптера. Но я думаю, все еще будет. Видео назовем первый лед и первая поклевка. Хрен с ней, рыбы не будет, но поклевка-то будет, а снята. Поменял мормышку. Стал красную. Потяжелее.
Ребята, я поймал чьего-то живца. Смотрите, что с ним есть. Да она не больная, ее прям видно от зубов. Щука погрызла. Нормально. Вот, моя лунка оказалась счастливой, значит, да? Ага. Ну все, рыбалка состоялась. Попробуйте сказать, что мы что не поймали, блин. Все прям в прямом эфире. Даже вырезать ничего не буду. А то скажите. Так, пойдемте мы ее сразу сейчас насадим. Это у меня там дохлый карась. Одно жерлице. Итак, тут у меня дохлый карасик. Поэтому надо поменять на живца. Нет, смотрите, живой карасик. Все, лучше плотвицу поставим. Плотвица такая еще недоеденная. Я думаю, кто-нибудь ее доест сейчас. Ну так, решили покушать. Идет баклевка. Прям так хорошо. Что, от ветра? Вот это с Бежнева, это самое. Ну вон она, блядь, с этим, видишь? Вон. Ага, черенькая. Там синяя она, блядь. А где-то синенький, типа бисер, да? Это самое. Шарик надо. Это самое. А на простую, если мормышку такой шарик одеть, будет эффект? Да будет, да чего не будет, блядь. Блин, надо свои поискать, там что-нибудь оторвать с какой-нибудь кофты. Это, короче... В этом, вот этот пруд, блядь, он с Бешнего вытекает. Бешнего туда дальше, блядь. Ага. Понял? Там тоже все жерлится, нет? Нет. Я один потом местный пришел, блядь. Он 4 штук поймал, нахуй. Вот. Блядь. А я зимой-то ловлю 2-й год только. Там скучно сидеть. Вот, играете как-то вот, интересно. Играть, как не будешь играть, хуй будет брать, блядь. Ну да, я вот на игру одну поймал, так, такую же. Только она, блин, такая погрызанная была, и щупная, погрызла. Блядь. Я тут окуня, блядь. Заебение, вот где-то вот здесь, блядь. На 1.5, блядь. Килограмму? По последнему льду. Это, ну вот, последний лед был, блядь. Mm-hmm. Весной, нахуй. Тоже плотвы, блядь. Натяжал, блядь. 53, наверное, блядь. Вот. Потом пошел туда вот, этот самый завод, блядь. Мужик там краснопёлку, блядь. У него поклевывало, блядь, краснопёлка. Ну, хороший живец такой. Да хоть что-то, блин, вообще. Жерлица вообще молчат.
У соседей он был два флага, но что-то ни хрена. В субботу вообще, говорит, низкое давление будет. Сейчас как раз перепад идет. Ладно, понял, простая мормышка, но туда бисер какой-нибудь повесить, да? Ну да. И на игру все-таки. Спасибо за консультацию. От дна сколько примерно берет? Сантиметров 15? Или прям от дна? Чуть. Это самое повыше. Сантиметров 30-40 вот так. То есть на дно опускаете, потом начинаете, да, дрыгать и пол. Начинаешь поднимать. Это самое. А сам на тело посмотри, блядь. Придавит она ее нахуй. Ну не ждать, пока она прям долго. Прям чуть это и сразу надо тащить, да? Ну конечно, подсекать надо. Понятно. А мы ждем, пока там заглотит полностью. Алексей разошелся. Я решил камеру включить, чтобы у него поменьше рыбы ловилось. На самом деле, ветер прекратился, мне кажется. Походу, блядь, сожрали. Мотыля, блядь. Что это такое-то? Лех, укуси меня. Никак не поймаю. На мастер-класс уже сходил. И ты меня воодушевил, блин. И чё-то... Немножечко обрубил, блин. Не, ну щуку на трёшку сейчас исправил положение сегодняшней рыбалки вообще. Лёха опять тащит. Лёха, хватит ловить. Сошла. Чё, объели? Пойдем собирать жерлицы. Вечереет нынче рано. Время 3 часа. И в 5 уж темно будет. Ну печально, печально, Лёх. Ладно, я несчастливый, у меня всегда такая фигня. У тебя-то что? Ничего, зима только началась. У нас еще карась такой, конечно. А? Я говорю, карась такой живучий. Да. Хоть он еще вставляй. Плотву, которую мы поймали. Ты сколько? Трех поймал, да? Четыре. Четыре, блин. Все, уже он дохлый почти. Одна, она, блядь, там первая, она заглотила, блядь, везде. Блядь, только ты нахуй. Ты его вытащи оттуда. Припорошило лед. Не так страшно ходить. А с утра, когда все было прозрачно, так было чуть страшно. А когда запорошенный, уже не страшно. Ну что, ждем зиму дальше. Думаю, еще будет выезд. Друзья, не ездите вы нахрен ни на какую зимнюю рыбалку. Ничего здесь не ловится. Надо дом сидеть, блин. Сел перед диваном, Discovery вот включил. Как они ездят. Да, или вот как соседи. Сани, теперь как... только сани с колонкой. Да, как соседи вон, блядь. Сидишь в машине, налил, выпил, закусил. Все в жерлицах наставили, мы не хотели ставить. У них хоть буры были, ничего не попадалось, потому что... Ладно,
будут еще зимние рыбалки. Поедем. Всем во всем удачи, всем пока.